В отделении по вопросам миграции ОМВД России по городу Магадану прошла акция «Госуслуги – это просто». Все граждане, посетившие учреждение, были уведомлены о предложениях, которые реализуют только при использовании портала государственных услуг. Так, например, в случае замены паспорта при подаче заявления через интернет-сервер, гражданину предоставляется скидка в размере 30% на оплату госпошлины. В рамках этой акции проходили процедуры предоставления государственных услуг гражданам Российской Федерации по регистрационному учету, по документированию паспорта гражданина Российской Федерации, а также добровольной дактилоскопической регистрации граждан Российской Федерации. Также специалисты отметили, что воспользоваться порталом госуслуги может только гражданин Российской Федерации. Предоставляемый спектр услуг позволяет ускорить получение документов и справок. Плюсом портала является его круглосуточная доступность. Работа с сайтом www.gosuslugi.ru позволяет организациям минимизировать очередь, а гражданам ускорить процесс оформления того или иного документа.